Очень много других конкретных практических мер, которые помогают решению проблем этой страны. И Россия будет в таких мерах активно участвовать. При этом мы будем учитывать позицию правительства Афганистана, которое призывает членов международного сообщества больше внимания уделять социально-экономическому восстановлению страны, подготовке национальных кадров, укреплению государственных структур. Что касается ситуации внутри Афганистана, то это прежде всего внутреннее дело самих афганцев. Мы же хотим, чтобы эта ситуация развивалась конструктивно, не давала каких-либо поводов экстремистам попытаться подорвать позитивные тенденции и особенно подорвать избирательный процесс, который сейчас в Афганистане разворачивается. Рассчитываем, что и исполнительная, и законодательная власть Афганистана сделают все, чтобы такой дестабилизации не допустить. Я ходил Михаил Мамулин, не знаю, его фрист. Окей. Относительно тех дополнительных мер, которые могут быть предприняты Россией для оказания поддержки Афганистану, я сказал в своем вступительном слове и в ответе на предыдущий вопрос. Этот ответ сохраняет свою силу. В том, что какие
Афганистане, скоро будут в Афганистане выборы. Какое ваше мнение о будущем выборе в Афганистане? А также, как вы знаете, Россия на степени бывшего Советского Союза, и Афганистан просит, чтобы за те разрушения, которые были в Афганистане, что Афганистан просит за них возмездие. Как вы насчет этого думаете? За что компенсация? Ну, насчет последней части вопроса, я не слышал о том, чтобы этот вопрос, чтобы он где-то официально ставился. Мы хотим, как я уже сказал, всячески помочь Афганистану на этом непростом этапе его развития. И в экономическом плане, и в финансовом плане сделали немало. В финансовом и в том, что касается облегчения долгового бремени Афганистана, Россия сделала больше, чем любая другая страна. Что касается подготовки к президентским и провинциальным выборам, намеченным на этот год в Афганистане, то этот вопрос, конечно же, является одним из ключевых для внутриполитической повестки дня Афганистана. Но этот вопрос получил и широкое международное освещение. Это понятно, учитывая искреннюю заинтересованность мирового сообщества в том, чтобы Афганистан развивался поступательно, стабильно, без какой-либо дестабилизации. И мы рассчитываем, что именно в таком русле будет самими афганцами проводиться подготовительная работа к проведению выборов, и что какого-либо вмешательства извне в этот процесс не произойдет. Мы поддерживаем позицию афганского руководства. Я эту позицию почувствовал и в сегодняшних беседах с руководителями обеих палат афганского парламента. Позицию, направленную на то, чтобы не позволить на этом непростом этапе экстремистам раскачать ситуацию в стране. Спасибо. Thank you very much, Mr. Minister. Thank you.